Ну и что совершенно точно мы с вами можем сказать, это то, что выиграет этот турнир однозначно ученик Евгения Рукавицына. А вот кто им будет? Макар Игнатов, который уже откатался, или Дмитрий Алиев, который только что вышел на лед, узнаем непосредственно после того, как оценки Димы за произвольную будут озвучены. Сложно что-либо комментировать в такой ситуации, и хочется только пожелать спортсмену справиться с непростым, очень непростым сезоном. Он не пошел с самого начала, но
что импонирует, что очень отрадно, то, что Дмитрий Алиев, который, ну, безусловно, и кататься умеет, и прыгать, и интерпретировать. Мы с вами прекрасно знакомы с возможностями этого очень талантливого фигуриста. Он должен только пройти вот эти неприятные моменты. И сам Дима неоднократно говорил, что все вот эти срывы, все вот эти сложности, они идут исключительно от психологии, от головы, что называется. Ну, действительно. Ну, что тут еще скажешь? Он идет, он заходит на этот четверной Луц. Луц не поддался в этом сезоне ни разу. Сегодня не поддалось огромное количество других элементов, и прыжковых, и непрыжковых. Тут не о чем, собственно, говорить. Тут хочется только пожелать Диме скорейшего восстановления. Многие, не скажу, что все, очень многие спортсмены проходят через период спадов. Не бывает, что ты все время только на вершине. Такого, ну, с единицами случается. Усейн Болт разве что, да и то я сейчас не уверен. Падали все, падали самые великие. И Бубка, и Карелин, и многие другие. Надо выйти и преодолеть. Сам Дима неоднократно говорил, что придет время, он, возможно, поделится собственными переживаниями, расскажет. Даже если не поделится, не наше это с вами дело. Сумеет справиться, и мы будем продолжать наслаждаться его выступлением. Наслаждаться. Не так переживать, как вот за этот прокат, как за это падение, а просто получать удовольствие от того, что этот талантливейший фигурист может дарить публике. Мне очень хочется, чтобы это произошло, и уже совсем скоро мы бы увидели того самого Дмитрия Алиева, который способен поднимать залы. Ну, а тем временем подводим итоги. Очевидно, что выигрывает финал Кубка России в мужском одиночном катании Макар Игнатов. Серебряная медаль достанется Алексею Ерохину, Ерохову. Ну, а Дмитрий Алиев, похоже, что... Ничего не скажу, давайте дождемся оценки. 141 балл, да, у Дмитрия Алиева, видите, все равно очень высокие оценки за компоненты, и в итоге Дима становится третьим бронзовым призером, чуть-чуть, но все-таки опережает Матвея Ветлугина, 233,8 балла.